А в окрестностях аэропорта с последствиями стихии дорожным службам и техническому персоналу авиапредприятия помогали бороться спасатели. Специально для этого они пригнали свою современную многотонную уборочную машину. Универсальный трактор К-702 имеет сразу два снегоуборочных ковша и мощный двигатель. Автостоянку с полуметровыми сугробами спецтехника поисково-спасательной службы расчистила за считанные минуты. Многометровую пробку, которая образовалась из-за огромного количества снега, на дороге удалось ликвидировать. Осталось, соответственно, погода сюда приехать. Есть необходимость помощи для дорожных служб города. Мы всегда готовы, тем более находимся постоянно на оперативном дежурстве. Вот, и техника находится на оперативном дежурстве. Среагировали. Это уже не первый случай, когда многотонному трактору приходится бороться с последствиями стихии. Совсем недавно, после очередной метели, спецмашина расчищала дорогу на Ринмар-Красное. Как рассказал начальник поисково-спасательной службы, выехать уборочная машина на помощь при необходимости готова в любую секунду. Управляют трактором исключительно спасатели.